Глава округа Андрей Булгаков посетил физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Центральная. Руководитель муниципалитета встретился с тренерами и спортсменами, также пообщался с представителями активного долголетия. Стоит отметить, старшее поколение Щелкова действительно активно посещает спортивные секции. Настольный теннис – одна из самых популярных игр. Глава округа тоже в этот день присоединился к спортсменам. Также Андрей Булгаков встретился с юными баскетболистами и их тренерами. В разных микрорайонах города есть свои команды. Ребята часто собираются на товарищеских играх, также выезжают на соревнования в соседние муниципалитеты. Важно то, что занятия бесплатные. За что-то платите? Все бесплатно. Свое мастерство оттачиваем, тренируем. Поедем в город Королев, защищая честь города 1 июня как раз. И на спортивной базе Чкаловской у нас тоже будет турнир, вот как раз для самых маленьких. Во время визита обсудили вопрос оборудования дополнительных площадок, как для игры в настольный теннис, так и баскетбол. Он пользуется популярностью. Планируется учесть пожелания активистов при выполнении комплексного благоустройства дворовых территорий.